Посольство США в Ираке не комментирует решение об отказе в визе главе Федерации спортивной борьбы России, ФСБР, Михаилу Мамиашвили, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Уильям Стивенс. Чемпионат мира по спортивной борьбе, где будут разыгрываться олимпийские лицензии, пройдет в Лас-Вегасе 7-12 сентября. США отказали в выдаче визы Мамиашвили, который не сможет присутствовать на турнире. Согласно нашей политике в области предоставления виз, мы не комментируем решения по отдельным случаям. Согласно законодательству США, данные, связанные с процессом выдачи виз, являются конфиденциальными, заявил Стивенс.